Фокус. Что, уже все видео настраиваем или что? Ну вот уже вовсю снимать пытаемся. Так, надо разобраться. Вот, блин, вот вы встали по торцам и очень близко. Прямо еще лист туда суньте, чтобы точно капли долетели. Ну, подожди, подожди. Лютый аутдор. Я должен... Так, подожди, внутри там банка, минуточку. Мы ее рассмотрим даже. Все видят. Банка железная. Одна штука. Ну, в смысле, жестяная. Мясо и жесть. Да, смелось. Лупнуть. Давай кукри добьем. Нет. То есть первым ударом разрубить не удалось. Мы это зафиксировали. Все-таки это кинжал. По-моему, я боюсь, и второй не удалось. Да не, Паш, не серьезно. Так, а кукри? Не, как ты ее так скрывал? Ну, бог троицу любит. Сейчас сопли во все стороны полетят. Давай, кукреха, мы сейчас задолбаем ее. Не, мы этот нож именно тестим просто. Да. Я понял. Ну, видишь, просто гоняем именно этот нож на предмет вот. Сейчас мы его еще и сломаем. Не, можно. Так. Нет, на самом деле он, да, он только его подрывает и мнет. Ну, то есть, как я и говорил, рубить банки кинжалами все-таки дело не самое благодарное, лучше ее открыть именно как ножом. Точно. Нет, ну, можно вот... Принципе, подожди, давай кукряхой вот, долбанем, ну давай. Да еще одна банка есть, вторую будешь кукры рубить. Ну, в принципе, что требовалось доказать, ну, что ты... солдаты в армии ее откроют. Ну, было бы желание. Блин, ну открыть-то елки. Если бы они сразу заходили с торца, они бы ее уже открыли быстрее. Просто зачем ее рубить, если можно тупо открыть, как... Ну, как... Нет, вопрос был в том именно, что... Вот что именно этим ножом, именно такую банку, именно поперек. Основным для ряда подразделений бундесвера. Поэтому беды бундесвера, будучи пойдящими в атаку на нашу доблестную страну, останутся без тушенки. Ну да. Короче, бангу я замучил. Это как это, трое лодки, не считая собаки, помните? Да, помню. Не баночку скрывали. С персиковым соком. Да-да-да. И банка такая улыбающаяся. Оказалось, что она была пустая, кстати. Согласно источнику. Жиром клапи. Я просто жутко ржал, когда был маленький, смотрел этот фильм. Не порезался. Банка это вообще. Сколками жести. Кусочками. Прочими фигурины. Да, это реально мясо и жесть. Да, жесть и мясо. Типа того. Блин. Хреново, что я уже замучил и пакетик до кучи. Даже не на чем его. Так, ну самое показательное, что ножу от этого не убавилось вообще никак. Вообще совершенно. То есть если он до этого строгал бумажку, но после этого будет строгать. Нет, бумажку он не строгал, но как бы, я думаю, в резе от него не ушло. То есть вот главная особенность армейского ножа, что он выносливый. Для того и придуманный. Так. Паш, давай я его сломаю. А? Ну вот я пытаюсь сломать. Ну, кого, банку или нож? Банку раскрыть. Да я аж раскрою. Вывалить из нее содержание. Блять. Ну вот, вывалил. Прошу прощения. Какие косолапые. Ладно, еще одна банка есть. Это можешь спасибо. Давай кукряха если домой. Ну, в общем, да, чтобы показать, что мы закончили этот процесс. Нет, кукряхой надо попробовать. Да-да-да. Твоей или моей? Моей. Моя выносливая, твоей. Там спуски просто оптимальные. А чем они отличаются? Ну, это бризерные. Одинаковые вроде. Пуклые. Я порезал палец.
нет. Жестью. Немножко разные. Чуть-чуть. Ну да, потому что ножом этим порезаться трудно. Нет, не усилитр. Причем здесь такой... линза, да? Здесь чечевица. Чечевица. А там это сам бритвенные спуски. А сейчас будем показывать превосходство непальской армии над немецкой. А, понял. Нет, я ее разрубить-то разрубил. Нет. Она уже просто в таком положении лежала, ее надо так ложить. Жалко тушенку. Она уже размазалась просто поэтому. Надо целую рубить-то. Как ее? Она уже вот так вот. Нет, давайте целую скроем нормально. Да, хочется тушенки. Да, я и говорю, кстати, можно чай. Тогда какой шумку я вообще заворачиваю? Юра, для чистоты эксперимента. Дай-ка я судану теперь на ребре. Так. По-моему, удар в пень пришел, нет? Потому что. Вот так не попал. 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 Вон она разрубилась. Разрубилась? Конечно. Не пальцев мывай, ну и не пойдем. А, ну, ну, разрубилась. Да, ну больно. Ну есть уже можно, по крайней мере. Но... Вываливаем эту. Вот, так. В мисочку. В общем-то ничего. Испачкаю. Ничего? Да не страшно, вымоем. Что ему будет? Кипятим. Руки кипятил, кстати. Перед тем как. Ну, жир я уже не буду оттуда выводить. Или жир тоже уходит. Жир это друг. Сало, чтоб свисало. Да. Так. Давайте вторую кукряху откроем. Она замечательно открывает. Ну вот, что характерно, а как бы. Вот именно такие. Мыла нету. Выпуклые чечевичные спуски привели к тому, что режущая кромку, в общем-то, не особо и похворала. То есть с этой штукой тоже ничего не стало. Ну да. Это колфтил, да? Это колфтил. Углеродка. Уже, да. Угу. Кукримачета. Углеродка 10.05. В общем, ну в принципе я бы сказал, нож бюджетный. Как уплощенный, так и приколоченный. Ну он своих денег стоит. Ну, на мой взгляд, деспирадо, который стоит в полтора раза дешевле, ничуть не хуже, за исключением вот особенностей конструкции. Бритвенных спусков, которые в принципе... априори гораздо менее выносливой должна быть. Понятно. Так, ну ладно. Первый дубль отсняли.